На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и развитию сети автомобильных дорог в Серпухове проанализировали показатели аварийности за 5 месяцев. За это время зарегистрировано 920 ДТП, в том числе с 2 погибшими. Причем речь идет о детях. Авария с летальным исходом произошла на дороге Липецы-Новоселки. Погибло 2 маленьких детей. Важно, что единственное ДТП, за которого погибли участники происшествия, это с детьми, было, к сожалению, совершено водителем в состоянии опьянения. Наиболее частым НДУ в происшествиях является отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части. 8 ДТП, 12 раненых. Ну, что хотел сказать, при взаимодействии с управлением дорожного хозяйства в этом году мы более-менее восстанавливаем разметку на дорожных, скажем так, одеждах нашего региона. Заседание провел заместитель главы городского округа Дмитрий Рыкунов. Рассмотрели и вопрос ремонта дорог и тротуаров, установки остановочных павильонов и дорожных знаков. Определение мест парковки, кикшеринга, системы краткосрочной аренды электросамокатов и другие. Главная задача – снизить аварийность в Серпухове.